Фонд развития промышленности предоставляет целевые займы на реализацию проектов промышленных предприятий на суммы от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей по ставкам 1% и 3% годовых сроком до 10 лет. Узнать подробнее о процедуре рассмотрения проектов ФРП можно на сайте фонда в соседнем видео. Меня зовут Виктория Болотина. Я расскажу о программе «Экологические проекты». По этой программе можно получить заем под 1 или 3% годовых, сроком до 7 лет. В рамках этой программы ваше предприятие может приобрести оборудование для минимизации негативного воздействия на окружающую среду, снижения выбросов опасных загрязняющих веществ, а также возвести, реконструировать или модернизировать очистные сооружения на территории предприятия. Например, установить котлоагрегаты, электрофильтры и очистные сооружения на территории предприятия. Давайте разберем условия программы более подробно. Условия программы. По этой программе вы можете получить ФРП от 50 миллионов до 1 миллиарда рублей. Общая стоимость проекта должна быть не менее 62,5 миллионов рублей. Вы можете воспользоваться программой «Экологические проекты», если ваше предприятие включено Росприроднадзором в перечень квотируемых объектов федерального проекта «Чистый воздух», нацпроекта «Экология». Или если ваше предприятие располагается на территории субъектов-участников федерального проекта «Оздоровление Волги», нацпроекта «Экология», и осуществляет сброс загрязненных вод в Волгу или ее притоки. Заем может составить до 80% от общего бюджета вашего проекта. Например, если на модернизацию вам потребуется 750 миллионов рублей, то заем ФРП может составить 600 миллионов рублей. Остальные 150 миллионов вы должны найти сами, взять кредит у банка или привлечь инвестора. Обратите внимание, что фонд также принимает в качестве софинансирования ваши затраты на проект, осуществленные в течение 2 лет до даты подачи заявки. Заем по программе «Экологические проекты» выдается сроком до 7 лет. При этом для предприятий предусмотрен льготный период. Оплата по основному долгу осуществляется в течение последних 4 лет пользования займом. Если вы взяли заем на 7 лет, то выплачивать основной долг начнете только с 4-го года. Это удобно, так как позволяет провести все необходимые мероприятия для минимизации негативного воздействия на окружающую среду без дополнительной нагрузки на оборотные средства вашего предприятия. И самое интересное – процентная ставка. Базовая ставка по этой программе – 3% годовых, но мы предусмотрели несколько возможностей для ее уменьшения. Так как снизить ставку до 1% годовых? Предоставьте в качестве обеспечения банковскую гарантию. Также принимаются гарантии или поручительства в ЭБРФ. Ставка будет минимальной и для публичных акционерных обществ, и для госкорпораций. На что можно направить заем? Все займы ФРП целевые. Это значит, что полученные средства можно потратить на точно обозначенные цели. По программе «Экологические проекты» заемщик может приобрести российское или зарубежное оборудование, оплатить его доставку, монтаж и пусконаладку, провести опытно-конструкторские и опытно-технологические работы. Более подробную информацию, на что можно потратить средства займа, вы найдете в стандартах программы на сайте фонда. Ознакомиться с условиями программы и подать заявку на получение займа вы можете на сайте ФРП. Для первичной оценки вашего проекта не требуется предоставление каких-либо документов. Просто заполните онлайн-форму на сайте ФРП. Наши специалисты в течение 1-2 дней ответят, подходит ваш проект или нет. После этого мы попросим вас загрузить в электронном виде материалы по проекту. С полным перечнем документации вы можете заранее ознакомиться на сайте ФРП. Также на нашем сайте вы найдете методические рекомендации по подготовке наиболее важных документов – бизнес-плана и календарного плана. Подчеркну, все документы принимаются в электронной форме через личный кабинет на сайте ФРП. Оригиналы потребуются только на этапе подписания договора займа. Кстати, все формы договоров – типовые. Именно в таком виде они будут подписываться при оформлении договора займа. Важно! Подведем итог. Заем можно получить на приобретение оборудования для минимизации негативного воздействия на окружающую среду, снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, а также на возведение, реконструкцию или модернизацию очистных сооружений.
ваше предприятие включено Росприроднадзором в перечень квотируемых объектов федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Или ваше предприятие располагается на территории субъектов-участников федерального проекта оздоровления Волги нацпроекта «Экология» и осуществляет сброс загрязненных вод в Волгу или ее притоки. Регистрируйтесь в личном кабинете на сайте Фонда развития промышленности и подавайте заявку. Если у вас остались вопросы, задайте их сотрудникам консультационного центра ФРП. Действуйте, и у вас все получится!